Привет! Сегодня мы слушаем цифровое эфирное радио в формате DAB+ при помощи RTL SDR приемника. Для начала скачаем программу Veli.io. Она есть в открытом доступе, полностью бесплатная. Существует версия под Windows, Linux, Android. Если хотите на Android, можно просто скачать в Play Market. Или Google Play, или как он сейчас называется. Качаем с официального сайта версию для Windows, самую последнюю бету. Я ее себе уже скачал. Итак, установка также не требует ничего от вас, кроме того, чтобы нажимать «Далее», «Далее», «Далее». Установить куда просит. Лицензионное соглашение там стандартная, программа полностью бесплатна. Так устанавливаем. Программа весит очень мало, устанавливается быстро. Теперь о драйверах. Программа кушает драйвер. Стандартный для этого свистка, тот же самый драйвер, который использует в своих целях SDR Sharp. Если у вас установлен SDR Sharp, если вы ним пользуетесь, то и драйвер подходит. Даже установщик драйвера тот же самый ZDIG, те же самые настройки, Vulkan Interface 0, все то же самое. То есть просто выбираем, если не установлен, нажимаем Install. У меня он установлен, поэтому он предлагает переустановить. Делать этого я, конечно же, не стану. Итак, сама программа имеет приблизительно такой же вид. Я кое-что настроил. Возможно, оно будет немножко отличаться, но основные настройки выглядят так. Обычно программа подхватывает настройки свистка. Если нет, можно указать. Можно отсканировать, можно указать список каналов. В Киевской области канал 11D. Если вы не знаете, какой в вашей области, просто сканируете, и он находит. В Кении. Також це відчування. Зокрема, де йдеться про боротьбу народу за свою... Вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока.